Имена победителей объявлены. В Серпухове завершился муниципальный этап конкурса «Педагог года». Торжественная церемония награждения прошла во Дворце торжеств Центральной. В 30-й раз в Серпухове собираются асы педагогического мастерства. Муниципальный этап конкурса завершился. Самое время для церемонии награждения. По традиции вначале чествуют лауреатов. У Василия Исаева педагогический дебют. Учитель технологии ОБЖ шутит. Сегодня премьера и в конкурсе, и в профессии. Работает в пролетарской школе всего второй год. Учитель – такая многогранная профессия. Туда входит буквально все, и актерское мастерство, и нахождение разных образовательных комплексов. То есть тут даже не скажешь в одном слове, что такое учитель. Учитель – это все. Это, по сути, второй человек после мамы. Учитель года, воспитатель года, педагогический дебют, воспитать человека – 22 конкурсанта и только 4 победителя. Речь оценивалась, педагогическое мастерство, знание методики, умение общаться с детьми, умение преподнести себя. Поэтому критериев было много, они достаточно серьезные. Я посмотрела всех конкурсантов, была на всех этапах конкурса и поняла, что наше образование в надежных руках. Визитные карточки, открытые уроки, мастер-классы – все это позади. Настал момент истины. Секунда, еще одна, вскрывают конверт, объявляют победителя. Конкурс педагогического мастерства «Учитель года». Полина Ивановна Чуделова, учитель школы номер 18. Под громкие аплодисменты и крики «Браво!» победитель выходит на сцену. Волнение, радость, эмоции. Полина Чудина, учитель английского языка школы номер 18, пока еще не верит, что стала лучшей из лучших. Я думаю, что для директора это самая высшая награда, когда дети и родители любят педагога. В нашей школе новостройки созданы все условия для того, чтобы педагоги давали качественное профессиональное образование на самом высоком уровне. В этом году мы вошли в проект «Цифровая образовательная среда», что еще больше помогает нам развиваться не только в Серпухове, в регионе, но и даже в Российской Федерации. Цифровая среда – лучший проводник к знаниям, а любовь к сердцу детей. Так считает учитель английского Полина Чудина. Педагог, прежде всего, это наставник и друг, который должен помогать детям, направлять их, открывать им мир во что-то новое, да, давать им знания. Но прежде всего, я все-таки считаю, то, что педагог должен постараться стать для ребенка именно другом. На уроки английского языка дети ходят с удовольствием. Еще бы, задание в социальной сети Instagram – то, что надо для современных школьников. Мне, как молодому человеку, в достаточно юном возрасте, очень интересно учиться, допустим, каких-то постов в Инстаграме, что там всегда что-то есть интересное, такое развивающее. Такая методика преподавания особенно радует старшеклассников. Мир гаджетов, социальных сетей, цифровых технологий. Английский лучше помогает усваивать. У Полины Ивановны очень интересные уроки. Она использует очень большое количество современных технологий. Мы постоянно занимаемся интерактивно. Домашние задания у нас проходят в онлайн-формате. Полина Ивановна является очень добрым, солнечным, жизнерадостным человеком. И своим позитивом она заряжает и нас. Поэтому на ее уроках всегда очень приятная атмосфера. Мы поздравляем Полину Ивановну с победой и желаем продвижения в дальнейшем туре. Победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года-2021» Полина Чудина будет представлять Серпухов на областном уровне в следующем году.